Добрый день. Меня Добрый зовут день. Олег. Я Как? финансовый консультант. Я представляю международную инвестиционную компанию BTM Foundation. Вам удобно сейчас говорить? Как называется компания? BTM Foundation. BTM Foundation. О, интересно. Скажите, вас интересуют дополнительные источники дохода от действующих бизнесов с многолетним опытом на территории России? Да. Тогда мы вам предлагаем возможность заработать дополнительные средства, а наши опытные финансовые консультанты помогут вам в этом совершенно бесплатно. Вас заинтересовало наше предложение? Ну, наверное. Тогда я могу задать вам еще несколько уточняющих вопросов для того, чтобы передать информацию вашему персональному менеджеру. Как вам может общаться менеджер? Назовите фамилию, имя, отчество. Семен. Или хотя бы имя. Семен. Угу. Для создания личного кабинета продиктуйте, пожалуйста, свою электронную почту. Отсоси@lohotron.ru. Угу, хорошо. Так. Нормально это? Это скажите. Ну, как вы сказали, такую я и записал. Скажите, какую цель преследуете? Увеличение капитала, сохранение капитала, дополнительный доход, пассивный доход, максимальный доход? Цель – выложить ролик на YouTube про очередного лохотронщика, который мне звонит. Нет-нет, какую цель преследуете? Увеличение капитала, сохранение капитала? Да-да, увеличение капитала в виде просмотров на YouTube и дальнейшей монетизации. Скажите, какой срок инвестиций рассматриваете? До года, от года, до 2 лет, более 3 лет? Да. Нет, вот один день. Ну, смотрите, я понимаю, что наша компания, наш звонок кажется вам странным. На самом деле в нашей компании многолетний опыт и более 100 000 довольных клиентов. А более подробно о нашей компании вам расскажет уже менеджер. И вы сами примете взвешенное решение для себя. А, мне кажется, что у вас акцент украинский, или я ошибаюсь? Нет, я из Москвы сам. Ну, у вас вот как-то странно, вот это «гэ». Хорошо, последний вопрос. Кого можете порекомендовать как инвестора среди ваших знакомых? Есть такой человек? Путина. Хорошо, спасибо. Ожидайте звонка консультанта в течение рабочего дня. Всего вам доброго, до свидания.